Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Мы тут с Настей нашли типа игровой уголок для деток. И тут такая игра. Настя мусор сортирует. Пластик, картон, стекло. Это как бумага, картон. Видите, детей учат сортировать мусор с детства в виде игр. Прикольно. Все, Настя нашла свою любимую игру, где надо искать две одинаковые картинки. Видишь, ты крутишь педали, и лампочка светится. Класс. Все, мы уже пришли домой. И это мы походили по торговому центру. Вообще, я смотрела что-то уже новогоднее, там на елочку что-то такое. Вот какой-то декор новогодний красивый. Вообще, у меня есть по планам поехать в Икею. Я думала сегодня, но я не собралась рано, поэтому, может, завтра. Как соберемся пораньше, так и поедем. Потому что туда ехать около часа, и надо пораньше выехать. А сейчас покажу, что я купила. Кстати, прикольно мы нашли в этом торговом центре, это называется Ходов, торговый центр. И там вот этот детский уголок, он такой интересный вообще. Насте там очень-очень понравилось. И мне тоже. Очень интересно для деток. Ну что, Настя, давай вместе покажем наши покупки. Давай. Это... Ага. Морская вода в нос. Капли. Это я купила бальзам для волос. Вот эта фирма Alverde, или как там она читается. И это типа натуральная косметика. Попробую. И у меня еще там вот шампунь. Тоже эта фирма. Тоже без сульфатов. Попробую. И также я купила пилинг для лица. Ну, скраб. Тоже этой фирмы натуральной. Попробую. Так, это я купила в DM. Мне там, кстати, скидочную карточку дали даже. Так, что еще? Я купила себе джинсы.
те, что я мерила в магазине. Это я брала в этом C&A. Да, C&A. Они вообще недорогие, 250 крон. Обычные такие черные или темно-серые. Не, темно-серые такие обычные джинсы. Также мы зашли в этот магазин. Не знаю, как он правильно читается. Наверное, Нано. Не знаю. Короче, там все для дома, декорации. Такое вот. Интересный вообще магазин. И мы там взяли такую вот новогоднюю свечку. Она очень-очень вкусно пахнет этими, типа, пряничными печеньками. Не знаю. Но очень такой запах вкусный. И также взяли, значит, я взяла эти шарики на елочку. У нас же маленькая елочка. И я искала такие совсем маленькие-маленькие шарики. Надеюсь, они подойдут. Настя выбрала такие разноцветные. И также взяла тоже на елочку повешаем такую вот девочку. Очень красивая. Это, наверное, ручная работа. Мне очень нравится она. И такой вот типа, не знаю, гномик новогодний или что-то такое. Тоже такой вот необычный. Я искала что-то такое, ну, кроме стандартных шариков, что-то, чем-то еще разбавить елочку таким вот интересным. И, кстати, я подумала, у нас нету гирлянды. Не, гирлянда вроде есть, нету дождика. Ну, чем-то красить еще елочку. Так что такие вот у нас сегодня покупочки с Настей. Я очень довольная. Кстати, знаете, мы просто так поехали, ни зачем конкретным. Просто так погулять, что-то посмотреть интересное, новогоднее. Вот эту вот всю декорацию, вот эту всю сказочную красоту. И нашли такие вот хорошие покупки. Кстати, я заметила, что когда я ни зачем не иду конкретным, то все нахожу, все то, что мне надо. А когда иду зачем-то конкретным, я вообще ничего не могу найти. Так что лучше так, не спеша, расслабленно погулять, и точно что-то найдете. Да, и идем мы уже сейчас кушать. И сейчас еще покажу. Мы Насте были, купили в Дойчмане зимние такие ботиночки хорошие. Там на них сейчас скидка 50%. Так что они еще есть. Это мы были в Новодворской Плазе. Такой торговый центр. Вот там вот мы их купили. Я их только там видела. Они там по 359 крон. Так что кто живет в Праге, то можете еще за ними поехать, кому надо. И вообще, мне интересно, кто-то меня смотрит в Праге. Может, кто-то тут живет. Вот такие вот ботиночки. Очень они мне нравятся. Такие хорошие, красивые, тепленькие. Это типа термосапожки, что-то такое. Но там внутри чуть-чуть, кстати, пушистенькое. Да, и удобные очень. Поставила жариться немного картошки мужу. И тут я еще сделаю салатик, типа греческий, там еще будет сыр. Thank you.
вот, пока мама кушать готовит, ребенок тут убирает. Молодец, Настя. Правда, это завтра утром все так же будет равномерно на полу, но ничего. Видите, Настя на этом коврике играется, типа там... Что это у тебя, Настя, на коврике? Типа природа? Ну, вот это большой двор, а здесь есть типа домик. А, ну, то есть у Насти там свои схемы. Она все знает. Настя очень хотела вам показать машинки. Это все с Макдональдса. Там сейчас такие вот машинки, и ей очень нравятся. А это машинка котик, а там внутри мороженое. А это все бабочка, это все звездочка. Супер. Ой, мне так очень понравились в торговом центре эти пингвины. Это вообще что-то. И они так двигаются и поют в микрофоны. Короче, как настоящие. Очень-очень красиво сделано. И, ну, конечно, там все стоят, их снимают. И там за пингвинами стоит домик. И мне кажется, что и там в домике что-то есть новогоднее. Я вот думаю, может, типа ближе к Рождеству они этот домик откроют еще. Не знаю, надо будет потом посмотреть. А где спряталась Настя? Кто угадает? Пишите в комментариях. Настя обязательно прочитает, она уже умеет читать. Настя, ты где? Ку-ку, ребенок. Ну что, спасибо, что провели с нами этот чудесный день. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!